Всем привет, друзья, канал Мас Али. В работе у нас BMW X5. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали. Краткий обзор штатной шумоизоляции. Видите, крылья задние, также арки, голый металл. Ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. На полу несколько полосок вибропласта присутствует. Смотрим, что по дверям. Двери задние, голый металл. Он на полу, в салоне более-менее вибро обработано. Все равно, по мнению владельца, шумный автомобиль. Передние двери. Вот по центру небольшой кусок вибропласта присутствует. Сейчас подготовим поверхность, все обезжирим и приступаем исправлять. Друзья, закончили клеить первый слой вибропласта на X5. Проклеен у нас пол. В багажнике проклеены задние арки. Крылья. Все тщательно прокатали валиком. По салону, пол в салоне также проклеили первым слоем вибропласта. По дверям, двери в данной программе клеим 4 слоя. Первый слой показываем вибропласт, толщина его 3 мм. Второй слой шумпоглотитель, толщина его 6 мм, называется он Интегра. Смотрим дальше. Здесь шумоизоляция. На BMW X5 проклеен у нас пол, багажник проклеены задние арки, двери проклеены третьим слоем, вибропласт, толщина его 2 мм. Также закончили работу по проклейке пола в салоне. На дверные карты наклеили, не могу вам показать, нет их у меня. Четвертый заключительный слой шумопоглотителя, это волна, толщина его 15 мм. Остается нам собрать, все проверить. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.